Оп, всем привет, чуваки и чувихи, дорогие мои, если есть такие. Всем привет, ну что же, как многие из вас, внимательных зрителей, могли догадаться, сегодня нас ждет Uncharted 2 Among Thieves. Да, самая графонистая игра всех времен. Что же, я рад, что вы посетили мой самый графонистый стрим в истории, самый графонистый просто из всех самых графонистых. Если вы думали, что картинки висит просто так, то, конечно же, нет. Конечно же, нет. Итак, Uncharted 2. Ничего не знаю про эту игру, просто ничего. Ничего не знаю. Будь слепое первое прохождение, прям слепую вообще, ничего не знаю. Ничего не знаю. Ну что же, давайте сценку вам дам. Вот такие пироги, чуваки, вот такие пироги. Вообще планировал по чесноку-то Last of Us застримить, но... Спокойно, 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 сейчас все начнется. Сейчас все будет, спокойно, спокойно. Сейчас все будет. Надо мануальчик, мануальчик же есть, представляете, мануаль. Когда последний раз мануал-то читали? Хе-хе-хе! Ну я так сейчас его, на самом деле, пока стрим готовился, я так одним глазом его пробежался. Наверное, надо прочитать самое только начало. Вот. Нас ждут, говорят, великие дела. Великие дела, давайте зачитаем. Древние буддисты считали камень желаний чинтамани священным, а потому не имеющим цены. Этот чистейшей воды сапфир был сокрыт в легендарном тибетском царстве Шамбала, пока его не нашел Марко Поло. Конечно, великий путешественник предпочел сохранить это в тайне, ведь ему достался величайший клад в истории человечества. Когда в 1295 году Поло вышел из Китая, в его флотилии было 14 кораблей. Однако по дороге 13 из них бесследно исчезли. И Марко Поло ни слова не обмолвился о том, что случилось. Человек, знаменитый своими записями о путешествиях, за целый год не написал ни единой строки в своем дневнике. Ни единой строки. Если Марко Поло и в самом деле добыл чинтамани, он сделал все, чтобы его не нашли другие. Поэтому напасть на след не так-то просто. К тому же камнем заинтересовался весьма опасный военный преступник. Что ж, мы не ищем легких путей. Засим предлагаем мануальчик отложить. Посмотрим, вправду ли эта игра настолько графониста. Хороша она или плоха. Все, друзья мои, в прямом эфире. В прямом эфире только для вас. Найденные данные, последнее обновление данного предложения. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Угу. А я что поделаю? Я-то что поделаю? Блин. Откуда я знал, что буду обновляться? Деловой, блин. Никогда не знал, что... Вот так вот. Между молотом и наковальней. Окей. Я что-то должен делать уже, да? А, да. А подсказочки там, куда, чего там лезть. Кстати, чуваки, должны отметить, что графон-то что-то вообще, кстати, не впечатляет. Я думал, будет пушечный графон, а тут такой. Блин, ну этот поезд просто обязан потом упасть. Просто обязан упасть. Со взрывом обязательно, конечно же. Давай быстрее, ты что, хоть слоупок что ли? Скорее беги, сейчас же все падать будет. Майкл Бэй! Взрыв, взрыв! Фу, и взрыва не было.
Chloe Fraser. Кому-то вдуют. Кому-то вдуют. Chloe is one of the best drivers in the business. She'll take good care of us. I bet. Right, look. He's alive! Видали как? Термоядерные пули, потому что. Потому что термоядерные пули, естественно, пистолет заряжен, конечно же. А как иначе? Вот так вот, да, все. Легкая очень игра, чувствую, будет. Ладно, давай обратно. Наверное, надо было с разбегу. Точно, надо было с разбегу очень прыгать. И у нас первый гуф. Отлично. Let's not forget who walked out on whom. After all, you don't get to be jealous. Wait a minute, Chloe. If it makes you feel any better, my relationship with Flynn is strictly professional. Really? Mostly professional. Oh. When I figured out he was actually on to something, I thought you'd want to be in on the action. So what's the plan? Just like we said, we pull the heist. У меня руки над столом руки. With Flynn. Ну что же, я вангую, что здесь, как и во всех остальных играх, естественно, все проблемы из-за баб. Из-за баб все проблемы снова. Вот просто к гадалке не ходи, все проблемы из-за баб. Оп! Here comes. Thanks. Просто из любопытства, какой смысл был от этой лестницы? С какой целью ее сюда устанавливали? Куда она вообще ведет? Нет, да поэтому что здесь можно, конечно, там по старым камням пролезть. Но все же, с какой целью вот эта лестница была? Блин, вот зацените, а. Ну, блин, ну вот, ну уж такие-то вещи не сделать. Вы смотрите, короче, смотрите, фонарик, видите, куда светит? Он стоит спиной, а прожектор он куда освещает, типа. Ну, чё за бред, господи, уж такие-то вещи могли бы нормально. It's locked. Good job I came prepared. I pick more than my nose, my friend. Wait! There's an alarm. That's new since last time. Great. Now what? Well, I can disarm it if we can find the junction box. It's got to be around here somewhere. Какой-то прям команда. Так, наверное, провод должен от нее идти, да? Да, вон провод идет и куда-то туда уходит. Так. Это что ли? Вот она. There, that ought to do it. All right, we're in. У нас такой музей с такими сокровищами. Давайте мы придумаем самую совершенную систему сигнализации в мире. Мы поставим дверь изнутри, да, изнутри, как бы сигнализацию на нее поставим, как, вернее, изнутри, а снаружи, то есть, как бы, чтобы тот, кто пытается снаружи к нам проникнуть в музей, чтобы он ее видел сразу же, да, и рядом поставить спиртную коробку с большим красным рубильником, и напишем еще выкл, сигнализацию выкл вот тут вот, то есть, прям так, то есть, подошел сигнализация, ага, вот я выключил ее, все. Ну, ладно. Это, по-моему, что-то типа такого было. Железная рука! Натан Дрейк, железная рука снова в деле. Чтобы выполнить чего-то там. Sweet dreams. Блин, мне уже нравится эта игра.
Блин. Начинаются проблемы с прицеливанием, да? На стиках. Ну ничего. Here we go. Уи. Прохождение, конечно, все воды у меня сохраняются. Вот она. Oh, there it is. And there's the acoustic alarm. Until we get this case unlocked. That thing's gonna go off if we so much as touch this glass. No worries, mate. Voila. All right. Now we're sure it's the right one. I guess there's only one way to find out. Sorry, Marco. That's the understatement of the year. This is it. It's bloody useless. The light of the Great Khan. Wait a minute. What are you doing? It's resin. It'll burn. And? Just give me your lighter. What? Is that really a good idea in here? Khan. Let me see that. Our ships were driven by a great flood tide into the wilds of Java. Sounds like they were hit by a tsunami. Yeah, somewhere off the west coast of Borneo. Oh, great. That narrows it down a bit. Look, this mountain must have been the closest landmark where they went aground. We find that mountain, we find the ships. Yeah, good work, mate. Wait, there's more. Okay, Joe. As if the ocean itself sought to throw off the terrible cargo we carried from Shambhala. The curse of the Chintamani. Would that mean something to you? Shambhala? Oh my god, Flynn. What? Marco Polo found Shambhala. Shangri-La. You're joking. If they were carrying the Chintamani stone, it might still be there. It's all very fascinating, but we really gotta go. Yeah, I'm right behind you. What the hell are you doing? Sorry, mate. This is where we part ways. Wait, Flynn, we had a plan. No, you had a plan. Turns out I've got one of my own. Come on, throw me the rope, don't be stupid. Oh yeah, right, you're the mastermind. Only you overlooked one little detail. Didn't you, partner? So what are you gonna do, shoot me now? Nah, I just need you out of the way for a little while. Shit! You think I didn't know about the ships from the beginning? Any schoolboy could have figured that out. Flynn, listen. Face it, genius. You've been played. Not yet. I want to give the guards a decent head start. Right, that's my cue. No hard feelings, yeah? Go fool. You're going to... Ладно. Не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй, подожди, я кое-что попробую. Не стреляй! А? Что? А? Привет, Уиз. Я как-то немножко упустил этот момент, когда вот она зашла к нему в камеру, он сказал, я с ней не веду разговор, я ей не доверяю. И вот между тем моментом, когда они уже стали планировать вместе что-то, вот, а что изменилось? Она
Она же ничего вроде не сказала. Вот! Вот! Вот, видите? Все, мужик точно свой. Моральное сравнение производит. Давай, давай, давай. О, пошло, пошло. Там, по-моему, камень прямо на него падал, не? Здорово, мистер Питер. Да ну! Да это вообще нечестно, блин, да что за... Спокойно, спокойно, медленно. Оп! Да прям же в голову стреляют! Да! Наконец-то! Блин, это вообще нормально или нет? Почему он взорвался? Блин, камеру нельзя никак по-другому сделать. Блин, ну зачем? Это же не просто же так это сделали. Или просто так? Да как ты не умираешь-то? Я ж тебе в голову стреляю, блин! Блин, да это вообще, смотрите, читер, без перезарядок стреляет. Вот это он кинул гранату в столб-то. Молодец, молодец, вообще, красавчик. Блин, это мое укрытие, Салли! Блин, да Салли, это мое укрытие! Быстрее, быстрее в укрытие! Да что ты делаешь-то? Какое душить вообще, блин! Я ж в укрытии сидел! Что это было? Зачем ты на него накинулся и стал душить? Что за лолы вообще? Да просто прям снайперская позиция у тебя, смотрю, да? Кто-то случайно оставил, говорит, там снайперскую винтовку специально. Вот это поворот. Пажня опасност. Блин, игра, в чем твоя проблема? Пажна опасность. Причем буквы-то такой нет, что это за N такая с мягким знаком вместе? Moves a little. Sully, help me out. Stanley Parable, не, не играл. I think I hurt myself. The trail leads in here. More bodies. Oh my god. You know, maybe I'm crazy. But it looks like they all killed each other. Come on, Nate. You're just getting spooked. Нет, чуваки. Увы, но нет. Надо идти. Надо идти. Продолжим, скорее всего, в полночь. Где-то так. Где-то в районе этого. А пока, увы, увы, чуваки. Всем спасибо, что смотрели. Все красавчики, кроме Денруса, конечно же, Денрус. Не красавчик.